Добрый день! Представляем вашему вниманию очень выгодный товар для летних распродаж. Это первый сорт качества. Что-то тут есть крем, даже попадаются иногда новые вещи. Самая главная ценность этого микса в том, что здесь стоимость единицы 50 рублей. Если вы думаете, что это микс детский, нет. Это в мешке 60 килограмм, примерно вот столько будет детской одежды. Итак, давайте посмотрим. Вся одежда, она годная для носки абсолютно, абсолютно. Просто может где-то небольшая потеря цвета, может где-то, ну, едва уловимый какой-то там, какое-то пятнышко, но в целом это вся одежда, которая годна для носки. То есть нет каких-то дыр, нет оторванного ничего, вся она будет годна для носки. Весь вопрос в цене. То есть входящая стоимость единицы этого микса будет 50 рублей. Этот товар хорошо подходит для распродаж, либо для такой клиентской базы, которая ценит цену. Детской одежды здесь немного. Вот это, пожалуй, наверное, и все, что мы встретим в лоте, который 65 килограмм. Фурнитура рабочая. Детских, это разные известные бренды, много H&M попадается, Baby Club. Акади. Зара. Ну, в основном, конечно, здесь взрослая одежда. Которую придется показывать поэтапно, потому что ее много. Количество, стоимость лота, а также количество единиц и стоимость одной единицы вы можете узнать, нажав на название. Там выпадет окошко, где идет полное описание этого лота. Но я вам так хочу сказать, что 50 рублей будет стоимость единицы здесь. И вся одежда повседневная. Итак, с детской мы разобрались. Давайте взрослую. Ее придется частями, потому что очень большие кучи. Итак, взрослая одежда. Комплект. Он посчитан за одну единицу. Джинсы светлые на замке, ХБ майка, леггинсы, хлопок в основном, это синтетика, хлопок. А, вот еще детская. Ну, может быть, да, будут попадаться детские вещички. Хлопок. Для дач, садов, огородов, для сельской местности. Прямо вот хорошо-хорошо. Хлопок. Тоже хлопок. Обычные повседневные вещи на каждый день. Размеры разные. Хлопок. Хлопковая жилетка. Замок рабочий, велосипедки,
Так, брюки ХБ, Мэкс, замок в рабочем состоянии. Поскольку они белые, конечно, они, как сказать, немножко загрязнены. Это вот жилетка, вот я так думаю, что какая-то концертная штука, потому что видно, что это рисовал художник. Ну, то есть прям вот, вот просто взяли ее, вручную разукрасили, а так она атласная. Удлиненные в шорты. Хлопок. H&M хлопок. Размеры разные. Для беременных штанишки. H&M хлопок. Замок в рабочем состоянии. Подростковые. Классное платье, мне кажется, оно вообще новое, это лен, представляете? Прям вот вообще нормальное платье, лен. Я даже, мне кажется, оно новое, я даже тут ни одного дефекта не нашла. Замок рабочий, хлопковая. У этой потеря цвета. Так. Следующая часть лота. Жилетка. Штаны, шорты, может, длинные на резинке. На замке замок в рабочем состоянии, чуть-чуть клёшики они. L, S, 2, XL. Вот тоже классные штаны. Спортивной тематики тайфун. Прикольная. Хлопковая. Кофта лапша. Эти на резинке. По распродаже получается цена 270 рублей за килограмм. У этого товара хорошие базовые повседневные вещи стоимостью 50 рублей за единицу, натуральные ткани. Летний ассортимент, повседневная одежда.
Леон Фрикс. Леон. Товар идеально подходит для летних распродаж. Юбка, брюки. Хлопок, платье, халат. Юбка большого размера на резиночке с карманами. Хлопковая юбка на резинке. Так, курточка вельвет. Спортивные штаны, тоже без дефектов я не увидела. Трико. Здесь брюки, которые превращаются в шорты летние, замок в рабочем состоянии. Вот видите, замочки в шорты превращаются. Можно так, можно так. Бербери. Зара, кофта с запахом. Туника. Леон попадается. Легкие джинсы бананами. Ветровка. Замок в рабочем состоянии. Здесь сетка. Не скажу, я не видела здесь дефектов. Итак, дальше. Так, сейчас я поправлю. Хлопковый джемпер. Ой, М-ка. Они перевернулись все. Туника. С. Хлопковые штаны. Вот здесь замок, да, он сломан. Это точно. Не увидела. Джинсы. Замок в рабочем состоянии.
Esprit. Хлопок. Мужская. Это женская, тоже хлопок. Гольф большого размера. Это тоже гольф с коротким рукавом, маленького. Хлопок. От мешка. Вот это вот тоже хлопок, она классная, с вышивкой. Но прям вот, видимо, вниз мешка попала. H&M. Есть какие-то даже нарядные вещи. Жакет. Даже это еще не все. Тут есть еще. Просто лот очень большой, и он не влазит. Силикон. Здесь замок в рабочем состоянии, но его надо немножко подшить. Он как бы немножко распоролся от ткани. А так он в рабочем, конечно. Велосипедки. Юбка. Хорошо, что здесь много футболок, да и вообще в целом повседневная одежда. Yves Saint Laurent. Нижнее белье. Здесь на болтах легкие джинсы, это даже не джинсы, это мужские шорты удлиненные. Мустанг, Элька. Ветровка, замок в рабочем. Здесь есть подклад трикотажный.
хлопок. Ну тут все, я не знаю, тут синтетики очень мало на самом деле здесь. В основном хлопок. Все скаталось здесь. Так. Есть жилетка. И есть платье Леон. 34 размер. И это тоже не все. Последняя часть лота. Спортивные штаны. Street One. Via Appia футболка. Street One. Удлиненный жилет хлопковый. Штаны на резинке легкие. Элька. Капри, пляжные шорты, сейчас начинается период летних распродаж, поэтому такой микс здорово поможет вашему магазину, если он вступает, ну, имеет такую клиентскую базу. Костюм в стиле 90-х, он уже по праву считается винтажным. Хлопок. Это вот от мешка, то есть вот эти пятна, они отстираются. Хлопок, тоже хлопок, джинса. Nike, Kingross,
на резинке. Так. Это штаны, которые превращаются в шорты Grain. Стоимость единицы в этом товаре 50 рублей. Костюм. Пижамные штаны. Есть даже купальник. И это, кстати, нет, это не купальник, это боди. Итак, это был микс, стоимость которого 270 рублей за килограмм со скидкой, стоимость единицы 50 рублей. Все подробности под видео.